В рамках реализации проекта «Чистая страна» и контроля исполнения программы наказов избирателей «Подмосковье. Территория перемен», сформированной на основании народной программы «Единой России», одинцовские депутаты провели выездную инспекцию несанкционированной свалки на территории УК в Больших Веземах. Контролеры проверили соблюдение приостановки складирования строительного мусора и проведение уборки. При визуальном осмотре существенных изменений не произошло. Запах и следы сжигания мусора отсутствуют. Представитель организации обязался предоставить договор на вывоз мусора до 26 сентября. «Держим ситуацию на депутатском контроле», сообщила председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова.